Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, намного стало эстетичнее. Не знаю, и раньше было неплохо, что есть такой продукт у нас, а сейчас очень удобно, конечно. Спасибо. Полочку, что ли, чтобы вот подошел и рассчитался. Поставим там резину, чтобы вам было тепло. И будет вообще прекрасно. Торговля есть? Слава? Сейчас вход. Конечно. Он же заход, будет рыбный дел, все продадите. Дальше вы сюда пойдете? Что? Да. Да. Вы сюда пойдете? Два с половиной. Два с половиной слова сюда. Мы выходим из 20, закрываем полностью. Еще два с половиной слова. Она пойдет уже сюда. Она станет за 70 сантиметров специально, чтобы я выходил. Будет как грибок. Да, так сюда. Надо было отложить еще в будущем. Поставить на рыбу, блядь. Стеклянная, блядь, аквариум прямо туда вылавливаются и продают. Знаешь, не с ванной достают. Вот такое, как мечтать. Ну, ванная вот живет. Ну, ванная вот так плавает отсюда. Сейчас посмотреть прямо в воду. Сейчас. Ты каждый день здесь живет. Да, значит. Да. Не, ну хорошо, это мы, значит, заканчиваем. Рыбный сектор. Заканчиваем. Да. Сколько нам времени осталось? Но поступят остальные, где-то обещали 14 марта будет на месте. 14 марта. И когда мы приступаем к сырам, скорее всего, поступаться. Да? Ну, посмотрим, да, чтобы не... Потому что там торговля. Там даже торговля на Пасху и на Новый год. Как раз мы... Да, если мы приедем на Новый год, их смогут зажать. До июля успеем? Нет. Три успеем. Ну, что там? Уже оборудование... Только снести. Ну, на будущее, Юрий Дмитриевич, надо не только здесь резину, и те ряды, что мы будем ставить новые, уже резину тоже предусмотреть у них для ног. Потому что бетон он утянет. Нет, он не пойдет. Здесь не торгуют, бедные, а завтра заболеет и не будет торговать. Нет, ну конечно, это мы стараемся собирать. Все, что Да нет. Нам есть какие-то пожелания? Поддержку. Мы полностью, как Дед Мороз, будем выполнять ваши пожелания. Поддержка есть полная. Сумма вложений, если можно. Сумма вложений. Геннадий Иванович, сумма вложений. Директор, наверное, лучше. Но
надо просто посчитать. Сколько несколько... отдельно, да. Я знаю отдельно, сумму все суммы. Целиком, а отдельно. Такой стол получается в пределах 20 тысяч лей. Он полностью состоит, это пищевая нержавейка. Закупка производилась на основании проведенного публичного тендера. Все прозрачно и... Так что вот такие вложения. Вот надо посчитать. Ну, поймите правильно, когда мы все это здесь и монтировали, мы снесли все старое оборудование, все, что там было старое. И немножко там не по нашему плану, потому что думали проще, но оказалось намного глубже. Мы уже поменяли водопровод, поставили новую систему канализации, провели свет, везде поставили счетчики на электрические счетчики, учеты прибора. То есть есть. Но это никак ни в коем случае не отразится на стоимости арендной платы. Ну, где-то в пределах на 60 лей может подниматься, потому что все-таки здесь вложения серьезные вложения. А остальное не должно их абсолютно, то есть не должны переживать. Для сумок, для того, чтобы было удобно. Да, чтобы для сумок, чтобы было удобно. Нам обещали, что это уже будет и что они заказаны. Это кто вам сказал, покупатель или продавец? Что, покупатели просили, чтобы были сделаны именно для сумок и места. Да. Просто они не могут выходить дальше, потому что когда машина моет пол, значит, она не дает. Вопрос закрывается в другом. Значит, у нас уже второй год полностью крытый рынок, крытый зал, вернее, зал крытого рынка убирается машиной. Вот эти подсумочки, они немножко не позволяют машине подойти вплотную. Есть определенные на тех секторах, где это возможно, где не так мешает, мы установили. А здесь что-то будем думать. Конечно, будем думать для того, чтобы было им удобно. Для сумки и прочего. Спасибо. Что следующее у вас по плану? Следующее, значит, модернизация сектора по продаже сыров, масла. И сектор по продаже колбасных изделий. Оборудование уже закуплено? Все закуплено. Ждем, чтобы люди были готовы к этому. Технологический процесс установки вот этого оборудования не позволяет в короткие сроки нам все это делать, потому что там специфика идет другая. Это на основе выносного холода все это строится, надо вывести полностью оборудование на улице. Это процесс немного долговременный, и мы не хотим портить людям предпраздничные дни, то есть именно в эти дни они могут заработать деньги. Но как праздники пройдут, мы обязательно займемся уже конкретно вот этим сектором. За счет каких средств выполнялся? Это все приобретено за счет собственных средств предприятия, которые мы зарабатывали в результате финансово-хозяйственной деятельности. Можно вот сказать, что удовлетворительное состояние вот сегодня, чтобы принять такие ряды, можно сказать, что да, мы принимаем такие ряды? Да, мы принимаем такие ряды, но мы будем дальше совершенствовать, мы будем совершенствовать рынок, крытый зал будем совершенствовать, потому что я говорил уже, еще раз заявляю, что мы были на рынках в других городах, и они более современные. И я хочу, и мои коллеги хотят, чтобы в Бельцах был современный рынок. В данном случае это крытый зал. Я думаю, что в скором будущем мы это увидим. Мы к этому идем, по крайней мере. То, что сегодня происходит, вы сами видите, что было 5 лет назад, и что случилось за 2 года, это большие вложения муниципального предприятия в ведение рынка по всем рынкам, не только по этому залу. Также вы видели и на Пушкина, также вы видели на 8-м квартале. В ближайшее время вы увидите на овощном рынке это. На Буйдуково делаются автопарковки более современные, как, не как раньше были. Поэтому мы движемся вперед, и все деньги, которые зарабатывает это предприятие, оно вкладывает только в развитие своего же предприятия для блага горожан, для удобства продавцов и для покупателей, чтобы это было красиво и современно. Будем говорить распоряжение, чтобы они приобрели все одинаковую тару вот такую. Угу. Потому что эти ящики почти для винограда, а не для рыбы. Угу. Поэтому их надо заменить, потому что вода собирается, течет. Там есть водосборники с правой и с левой стороны под столом. Печально вот. Угу. Здесь, если вы заметили, вот ячеечки эти. Да-да-да. Но вода, если тут чуть протекает, но там есть сборники, с той стороны сборники. Только надо периодически смотреть, чтобы не переполнить, выливать, чтобы не было. Вы как заметили сейчас,
более-менее сухо. Да, все новое, затеем стационарно, никуда не двигаются. То есть не трогают, кроме наших жителей. Тронут занимают вот так. Не были на уровне, чтобы не были на конец. Не было еще покупателей.